Спускаемся мы на минус первый этаж этого магазина. Смотрите, объемы впечатляют. Посуда. Да, Софичка, спускайся. Смотрите, здесь тоже вот посуда есть. Всякие ложечки я вижу. Боже мой, тут и игрушек сколько полно. И тут и ходунки есть, представляете? Такие вот ложечки по 4 лиры. Ой, 6,50. Такая 22 уже лиры. Вот. Наборчиком есть. Наборчиком 9,50. Ой, какая это. Прелесть. 6,50. Что там нашла уже? Маленькие ложечки какие. Мишку. Ну, мишку там нашла. Тут это вот чесалки, что ли, такие. Смотрите, 24,50. Без меня не уходи. Вот их как много. Смотрите. Я не уходи. По 7,50. Такие можно купить. И зубочистки. Мам, вот они. Подставочки. Тут и ложечки такие другие. О, вкус. И здесь и костыли продают. Так, вон поднос. Сейчас посмотрим. Ну вот, смотрите, 19,50. Я вам хочу сказать, если вы видели, мы на базаре купили поднос. И купили мы его намного дороже, чем здесь. На 10 лир точно. Сейчас, София, вот они, 14,50. Вот такие. Смотрите, ой, как какие тарелки. А, так это что, пластмассовые? Смотрите, легкие какие. Это тоже пластмасса, 8,50. Это тоже пластмасса. Да, это все пластмасса, слушай. А я-то думала. Это как... Стеканы. Вот что это? Вот еще такие. 2 лиры, 90 куруш. Вот такие. Какой масюсечка такой подносик. Смотрите, 4,90. Вот. Тут еще досточки есть. Досточки. Тяжеленькая досточка. Ой, тоже вот такие вот, которую я хочу, такую штуку для перекусов. Кстати, здесь дешевле, чем рядом в этом магазине. А нет, получается, это другая. Ну, я бы сказала, да, что здесь что-то подешевле. Вот тоже мы сейчас... Досточка такая легкая. Это тяжеловато. 14,90. Это, наверное, очень тяжелая. Да, 19,50. Сколько здесь стаканчиков наборами красивых. Вот эти, которые любят они пить. 17,50 есть, смотрите, и ребристая форма, 11,50, как бы с надписями. Очень много. И вот, чтобы удобно было брать за 22,50. Кто не хочет, кто хочет перевести, но не хочет вот так вот его держать, да? 14,50. Фирмы разные, как видите. Рисунки разные. Смотрите, аж даже вот так вот 29,90 выделен. Здесь тоже вот видно рисунок 29,90. Смотрите, боже мой. Ну, здесь вот просто не обойти. Креманки. София уже у меня скучает. Есть просто такие стаканы. Ой, смотрите, тоже какие красивенькие. 19,90. Вот такие. 22,50. Ну, много-много, конечно. Разные стаканов. 24,50. А, там лампочки. Лампочки нам, Софиечка, не нужны. Мы вот здесь вот проходим, здесь даже вот наткнулись бутылочки 3,90.
бутылочка. А как ее, интересно, закрыть? Она с трубочкой. Нам бы удобно было бы. У нас есть такая, но она, знаете, что-то все равно немножко проливается. Ух ты! Это какие, смотрите, самовары такие. София, смотри, это как наш самовар такой. Прикольный. О, это у нас раньше, я еще помню, в поезде наподобие такое, таких кружек было 7,50. Здесь контейнеры всякие. Пойдем вниз. Пойдем. Она меня, знаете, куда зовет? К игрушкам. Не может ребенок удержаться. Идем, Софичка, идем, показываем и идем. Вот такие, смотрите, какие креманочки. 9,90. Слушайте, ну какая вот прелесть. Такая вот блюдо. 12,50. Какая рыбка. Легкая, легкая рыбка, кстати. Если что-то вот так вот вести. А, ну здесь вот смотрите, разные какие баночки. Ой, не баночки, а бутылочки. Бутылочки для чего-нибудь жидкого. Для масла. Разные. 6,90, смотрите. 8,50. Разнообразие. Ну, ладно, давай зайдем. Вкратце покажем. Игрушечки. Ну так. Вот они, разные игрушки. И вот здесь также есть вот тележки ихние. Вот такие вот тоже, смотрите. Это как пластмассовые такие штучки для перекуса. Прикольные. Вот это все пластмасса. Такие вот для меда, для выпечки. Это получается для сыпучих продуктов. Всякие банки, склянки. Контейнеры. Здесь у нас всякая билибердистика, так скажем. По дешевке. Наверное, ну как 2,50. Креманка такая. Ну, наверное, так скажем, все. Пока-пока. Надеюсь, вам обзор понравился небольшой, вкратце. До новых встреч.